друзья, привет. Так, вы знаете, что я сейчас нахожусь в Дубае. Одним из моих проектов это будет завоз багги в Анапу. Так как у нас в Анапе тоже имеется офис, там у нас курортный город. Но я решил сначала сам покататься. Сейчас буду кататься на Полярисе багги. Вот, и посмотрим, что он из себя представляет. Ну что, друзья, двигаюсь на баке, Полярис. Я в этом году буду привозить очень много техники, друзья. Очень много техники буду привозить. И мне интересно было самому испытать такую технику здесь, в пустыне. Потому что такую технику я буду привозить для курортных городов России, таких как Анапа, Дагестан. Я знаю, что в Дагестане очень много есть мест, где можно на таких полярисах по горам погонять. Поэтому я решил сам лично испытать, что из себя это представляет, эта техника. Честно скажу, ну, первый раз столько приезжаю в Дубай, первый раз вырвался на сафари-драйв. После этого сейчас покатаюсь на Врандлере, посмотрю, как на Врандлере по песку кататься. Так что, друзья, а теперь пойду немножко пофоткаюсь с семьей. Друзья, как вам всем известно, здесь, в Дубае, арабы очень сильно любят джип марку, и в частности джип Wrangler. Здесь вообще любят Grand Cherokee, Rubicon, Wrangler, гладиаторы. Сегодня я решил испытать джип Wrangler Sahara с разборной крышей. Вот. Покататься на нем и посмотреть, почему его так все любят, что в нем по кайфу. Вот сейчас заезжаем на горку, посмотрите, как он заезжает классно на горку. По песку прям кайф полный. Нету страха, что его занесет. Вот. Кстати, точно такой же автомобиль у меня сейчас продается в Краснодаре, друзья, на нашей площадке. Уже на российский учет. В этом году мы очень много джипов, Wrangler'ов привезем. У нас сейчас на подходе в Ставрополь приезжает джип Wrangler Rubicon 3-литровый, 4-5-дверка. Это идет у нас трехдверка. Мы сейчас на трехдверке катаемся. Кайф полный. Поэтому, кто хочет себе заказать, знаете, что я привожу машины не понаслышке. И тест-драйвы делаю только сам на эти машины. Потому что в таких местах, если ты поездил, ты уже знаешь, что есть смысл привезти эту машину или нету смысла. То есть всем, чем я собираюсь заняться, я сейчас делаю тест-драйв. У меня на днях будет сумасшедший тест-драйв очень крутой тачки. Мне кажется, что я смогу сделать из автомобиля, не предназначенного для таких поездок, машину именно для таких поездок. А что за машина будет, вы увидите чуть позже в следующих публикациях. Катаемся дальше. Друзья, сейчас я прибыл в место, где ребята понимают, что такое оффроуд, что такое тюнинг машин. Посмотрите. Здесь везде вот этот вот FG-крузер. FG-крузер в последнее время для меня стало какой-то болезнью, какой-то хобби. Я решил, что один FG-крузер я все-таки сделаю настоящим оффроудом. Вот. Дело в том, что очень много проектов с пикапами, на них много заказов, их делаем. Но я решил для души сделать один FG-крузер и также предложить моим зрителям, кто знает толк в охоте, в рыбалке, кто просто любит адреналин, по бездорожью поездить, то, пожалуйста, пройдемте со мной, вы попали в рай, друзья. Итак, здесь очень много FG-крузеров, чуть позже покажем, что там происходит,
куча амортизаторов, пневмы, не пневмы, разных дисков, куча света. Здесь можно творить чудо, брать машину и превращать ее в другую машину. Вот куда я попал, друзья. Я сейчас вам покажу ихнюю машину, которую они делают. Именно ихняя как бренд, да, получается, ихняя машина. Она у них везде. В Инстаграме, на дверях, везде. Я уже ее хочу себе. Вот. Я боюсь, что свой первый проект я вряд ли продам, потому что у меня уже желание сделать серьезный аппарат. Я его сделаю не просто оффроад, я его сделаю FG-крузер, где на нем можно будет и в походы ездить, и на несколько дней оставаться, то есть напичкаю его полностью. Чем мне нравится FG-крузер, друзья? Сейчас многие спрашивают, а почему FG-крузер? Небольшая машина, проходимая, удобно парковаться везде, 4 литра, дает ему огромную возможность, сам по себе мягкий и предназначен для того, чтобы с ним вытворять чудеса. Сколько здесь света? Ну что, а мы пойдем сейчас собирать комплект, который мы хотим на свой FG-крузер, и уже в следующей серии вы увидите готовый, то есть следующую мою поездку уже вы увидите готовый собранный оффроад FG-крузер, который приедет в Армению, на котором мы сделаем тест-драйвы. То есть сейчас будем выбирать диски, выбирать амортизаторы, советоваться именно с теми людьми, которые в этом понимают. Я ездил на автомеханика выставку, подписывал определенные договора, и сегодня вот мне вышла удача, так скажем, наш день наступил, когда мы можем сюда приехать, потому что здесь также ты записываешься в очередь. Посмотрите, сколько тут в очереди машин. Двухсотки, трехсотки. Все, что хотите, друзья, все собирает в оффроад. Встречайте. Вот что было задумано. Вот для чего была поездка на автомеханику. Посмотрите, что за красавец. Видите, да? Это джип Wrangler Gladiator. Друзья, собранный полностью в оффроад здесь, в Дубае. Сейчас поставим и все расскажем. Что усилилось, что поменялось, что добавилось на эту машину, что было придумано для оффроада, для здешней езды. Смотрите, сколько здесь дополнительного освещения. Сейчас эта машина проедет вперед, и мы сделаем полный обзор, расскажем, что тут добавили. Вот! Проект, который мы задумали, к которому мы пришли. Посмотрите, что за красавец. Перед вами Jeep Wrangler Gladiator. Мощь американская в руках наших, друзья. Полностью переоборудованный автомобиль для отличного оффроада в любую погоду. Первое. Уже вы видите, без лишних слов. Это много-много-много света, много туманников. Бампер железный, усиленный. Лебедка. Друзья, это его лебедка. Освещение даже в переднем бампере. Освещение в решетке. Далее. Защита на днище. Дальше. Идем. Огромного радиуса, огромного размера. Американские колеса. Это американец, друзья. Размер идет у нас здесь так, 37. 37 на R17, 12,5. С вот таким металлическим дизайном, очень красивым. Далее. Здесь, посмотрите, подкрылки как сделали. Подкрылки поставили металлические, с дырочками для обдува двигателя. Амортизаторы стоят здесь, усиленные газовые амортизаторы. Заменены также рычаги на данном автомобиле для более мощности. Палатка, тента. Дополнительно, друзья, поставлен здесь порог. Идем дальше. Здесь также, смотрите, это весь свет держится на металлических креплениях. Пожалуйста. Итак, друзья, данный автомобиль уже готовый полностью под проект. Полностью под проект. Пожалуйста. Ага. Вот такой вот холодильник здесь, друзья, который спускается прям до земли. Ага, окей.
компрессор. Он уже уезжает к владельцу. Такой проект обошелся допом к машине $30,000, друзья. Поэтому, если у вас есть желание заказывать такие проекты, то, пожалуйста, мы сейчас находимся в сервисе партнеров, где нам помогают собирать вот такие чудеса. Здесь они профессионалы. Здесь, помимо этого, они собирают очень много FG-крузеров, очень много Nissan-ов, Jeep-ов от Сахари, потому что здесь, как никто, знают, что такое оффлорд. Вы знаете, я здесь сам покатался на Wrangler'е, оффлорд, я знаю, что это такое, друзья. Следующий проект будет FG-крузер, и вам покажем, что можно сделать из FG-крузера. Друзья, сейчас вот стою под FG-крузером, который сделан тюнинг. Вот хочу вам показать, что здесь заменено. Посмотрите, здесь стоит вот эта вот защита, смотрите, толстая, 0,5 сантиметра. Здесь почти в сантиметр, 8 миллиметров защита идет до отсюда. Вот такая вот защита здесь стоит. Потом идет двойной амортизатор, газовый и пневмо, с регулировкой на оба амортизатора, на мягкость и жесткость. Рычаги также заменены. Посмотрите. Два амортизатора, заменены рычаги, друзья, на эту машину. Только амортизаторы здесь обошлись в $22,000 на эту машину. Полностью заменено. Это все американская система. Расплод система заменена здесь полностью. Также здесь другие колеса стоят, друзья. Американские 285 на 70, 17 радиуса. Да, вот так вот эта тачка смотрится. Это все усилено под, друзья, под оффлорд. Именно здесь, в Дубае, чтобы ездили. На вот эту машину тюнинг ушло 220 тысяч дирхам, в долларах 60 тысяч долларов, то есть больше, чем стоит машина. Машина такая здесь стоит 45-48 тысяч долларов, смотря от комплектации. И куча-куча освещений на данном автомобиле. И это еще не все. Тут еще на эту машину кучу денег можно вложить, и вкладывается. Вот такое место мы попали, где мы будем, друзья, делать свой FG-крузер под свой проект, друзья. Наш FG-крузер будет скоро готов, покажем и расскажем. Ну что, смотрим, что там во внутри, брат. Да-да-да-да-да-да. Вау, вау. Карбоновый руль, кожаный салон. Да ты что, блокировка мостов. LED, смотри. LED экран, да ну нафиг! Все, брат. Смотри, здесь электросидение такое. Да. Обычно не ставят. Ну что, я думаю, что охотники сразу поняли, что это за тема. Это ихняя компания, правильно, машина? Да. Это вот представительство ихней компании, вот то, что они делают, и этот тест-драйв они делают. То, что ребята делают. Мы вот именно сюда и попали. Для этого и была моя поездка. Для того, чтобы нам ребята собрали мой тюнинг-проект именно под FG-крузер. Друзья, вот мой проект в Дубае. Вот что я хочу получить. Значит, друзья, здесь в Дубае ребята известны тем, что проводят оффроуд поездки, друзья. Не знаю, завтра удастся мне или не удастся попасть на их оффроуд, так как уже скоро улетать мне. Смотрите, какие тачки они собирают. Что они вытворяют. Посмотрите, какие здесь амортизаторы стоят. Два двойных амортизатора, пневмо и газовый усиленный. Рычаги заменены.
поставлен усиленный бампер с защитой до конца. Свет, 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 очень много света. Много света. Дальше металлическая крыша с тендом. Тенд снимается, ставится, раскрывается. Только маленькие колеса. Колеса мы поставим побольше. Сюда привозят 200-300, друзья, для того, чтобы полностью защиту такую же металлическую поставить по всему, по всей днище. Также там даже собираются баги. Здесь ребята творят на самом деле чудеса. Посмотрите, какие здесь ставятся чудеса. Вот куда попали. Что происходит с FG-крузером? Его вот так вот разбирают. Смотрите, ставят усиленный бампер, ставят защиту. Всю облицовку, все снимается. И собирается совершенно другой FG-крузер.